В этом видеоролике я расскажу о том, какие цены на заправках в моем регионе сложились по состоянию на 1 апреля 2022 года. Подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочная. Для тех, кто еще не в курсе, кто подписался на канал недавно, я напомню, что в начале каждого месяца я провожу мониторинг цен на заправках своего города. То есть я выезжаю конкретно на самые популярные заправки в моем городе и сравниваю, как же изменились ценники за минувший месяц. Соответственно, сегодня у нас 1 апреля 2022 года, и в этом видеоролике я расскажу о том, как изменились цены на бензин, на дизельное топливо, а также на два вида газа, это пропан-бутан и метан, за прошедший месяц, то есть за период с 1 марта по 1 апреля 2022 года. Традиционно свой объезд я начал с заправки компании Таиф НК. По состоянию на 1 апреля текущего года 92-й бензин здесь стоит 45 рублей 90 копеек. За месяц его цена снизилась на 30 копеек. 95-й бензин остался без изменений, он стоит 50 рублей ровно. Дизельное топливо стоит по состоянию на 1 апреля 52 рубля ровно. Его цена снизилась на 50 копеек за месяц. На заправке компании «Татнефть» в Набережных Челнах цены на бензин и дизтопливо за месяц не изменились. 92-й бензин по состоянию на сегодняшний день по-прежнему стоит 46,20, 95-й бензин 50 рублей ровно, дизельное топливо 52,50. Что касается пропан-бутана, то по сравнению с 1 марта 2022 года он подешевел на 2 рубля 30 копеек до 22 рублей ровно. На заправке компании «Лукойл» ценники за месяц также не изменились. По состоянию на 1 апреля 92-й бензин стоит 45,90, 95-й – 49,82, дизельное топливо стоит 52,50. На заправке компании «Ирбис» цены на бензин также за месяц не изменились. 92-й бензин на 1 апреля по-прежнему стоит 45,99, 95-й бензин стоит 49,99. Что касается дизельного топлива, то оно на сегодняшний день стоит 51 рубль 99 копеек. В принципе, если чисто арифметически считать, цена снизилась сразу на 5 рублей, но это в первую очередь связано не с удешевлением топлива, а с переходом на летнее топливо, то есть ранее цена на Стелле была за зимнее топливо. Что касается газа, то есть пропан-бутана, то на заправке компании «Ирбис» по сравнению с 1 марта газ подешевел еще на 2 рубля, до 21 рубля 99 копеек. Стоимость метана за месяц не изменилась. По состоянию на 1 апреля 2022 года природный газ по-прежнему стоит 20 рублей 58 копеек. Вот такая вот информация. Таким образом, исходя из полученных на сегодняшний день данных, можно сделать вывод, что, по крайней мере, в моем городе, в моем регионе, впервые за длительное время, за прошедший месяц, ценники не только не повышались, они либо остались стабильными на некоторых заправках, а на некоторых заправках и на некоторые виды топлива цены за минувший месяц даже начали немного снижаться. В первую очередь, конечно же, речь идет про пропан-бутан, который дешевеет, наверное, последние месяцы 3-4 уже. Вот такая вот информация. А что происходит с ценами на заправках в ваших регионах? Вы традиционно можете поделиться этой информацией в комментариях под данным видеороликом. Я думаю, всем интересно будет почитать и сравнить ситуации в своем регионе. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока!